Вот что касается эмоциональной стороны пребывания в горах, что в первую голову, это и особенно я вопросов касаюсь соловосхождений. То есть это единственное место, когда человек оказывается сам с собой. Можно и побеседовать, и обсудить все те проблемы, которые возникают непосредственно у конкретного человека, о своих общениях с близкими людьми, о своих общениях в тех коллективах, в которых ты постоянно работаешь. Вот здесь есть возможность обсудить все вот эти вот проблемы, которые касаются. Тебе никто не мешает не так, как есть ты двигаешься в автобусе или в троллейбусе или в метро. Здесь ты сам себе предоставлен, и есть огромное количество времени для того, чтобы разобраться во всех тех вещах, которые непосредственно тебя лишают вот этих возможностей, которые ты здесь, будучи один наедине, разобраться с самим собой.